привет! Сегодня состоялись сборы сборной Москвы. Мы готовимся к новому сезону осеннему соревновательному. Давайте, говорите уже. Всем привет из Москвы. Я Макшанцев Олег, президент Московской Федерации бодибилдинга и фитнеса. Сегодня мы провели первые в этом сезоне сборы наших спортсменов, которые планируют выступать осенью. Посмотрели, кто собирается. Конечно, часть спортсменов, кто будет выступать осенью, сегодня не смогли доехать, так как все-таки июль месяц, за окном прекрасная погода. И поэтому, кто сегодня смог, тот приехал, показал себя. Это было первый сбор из серии, да, который мы проведем до первого старта, который состоится в конце сентября, в начале октября. Член коллегиального совета Федерации бодибилдинга и фитнеса Москвы. Все спортсмены очень высокого уровня, уже известные, титулованные, занимавшие призовые места и становившиеся чемпионами России и Москвы. Некоторые уже принимали участие и становились даже чемпионами Арнольд Классика прошлого года. У нас хорошая новость. Дело в том, что первый из России у нас полетит на международный турнир девушка, выступающая в категории фитнес-модели, Тайгуль Ахметшина. Здравствуйте, меня зовут Нина Абрамова. Бикини хорошие, конкуренция будет всегда, их всегда много в категориях. Те, кто сегодня приехали, это, наверное, те, которым наиболее интересно мнение судей, потому что это возможность показаться предварительно, получить консультации. Сегодня здесь находятся судьи и тренеры, которые могут дать какие-то советы по подготовке. Если спортсменам это нужно, то вот у них мы проводим периодически эти сборы, там раз в месяц, для того, чтобы спортсмены, которым нужны консультации, да, специалистов, тренеров, судей, могли эти консультации получить и что-то, может быть, подправить в своей подготовке.
стране кризис, нет продаж. Когда экономическая ситуация переменчива, делай правильный выбор. Островит. Правильный выбор. Гарантированные продажи в любое время. Уже можно сказать, что скоро начнется осенний сезон. Первый такой грандиозный турнир, который пройдет, это кубок Гран-при Байкала. Ну и потом уже октябрь месяц настает, где будет очередной чемпионат Москвы. 15 октября он пройдет в концертном зале «Космос». Это наши основные соревнования, когда все спортсмены, которые планируют выступать на чемпионате России, на других международных соревнованиях, да, должны появиться, выйти на сцену, чтобы доказать свое преимущество над другими, чтобы быть включенными в сборную Москвы. Так что, в принципе, что еще могу сказать? Я думаю, это не первая, наверное, встреча, и мы, я думаю, бодимания будет регулярно присутствовать, да, на мероприятиях, которые устраивает федерация. Да. Большое спасибо залу Ultimate Gym. Это тренировочная база Московской Федерации. И до новых встреч. Всем пока.